Ах, мадам, вам идет быть счастливой, удивленной и нежной такой, безмятежной, свободной, красивой, вам неведомы лень и покой. Окрыленной прекрасной мечтою, позабывшей печали и боль, сердцем любящим, словом, душою. Ну а слезы, ведь это лишь соль. Пресно жить тоже вроде не в радость, и не сахар бывают деньки. Что же нужно? Пустяк, капля, малость, чтоб горели в глазах огоньки. Чтобы губы не смело шептали, чтоб стучали сердца в унисон. Даже можно немного печали, только чтоб был в печали резон. Чтоб дожди обходили сторонкой, чтоб играли ветра в волоса, чтобы нитью хрустальной и тонкой вам на плечи ложилась роса. В этом мире, крохотным и шатком, пока солнце будет нам сиять, женщина останется загадкой, что никто не в силах разгадать. Что такое женское создание? Можно еще многое сказать, только что за тост без пожеланий. Надо все же что-то пожелать. Я желаю, чтобы у вас сбывались самые заветные мечты, чтобы вы все время улыбались, ведь улыбка – признак красоты. Я хочу, чтоб беды и печали никогда не посещали вас, чтобы вы друзей не забывали, а друзья не забывали вас. Я желаю, чтобы ваши дети счастье приносили в дом, чтобы день для вас был вечно светел и успех сопутствовал во всем. Пусть исчезнут горе и ненастье, пусть все беды будут позади, и пусть море радости и счастья жизнь простую в сказку превратит. Пусть у ваших ног лежат мужчины, подставляя крепкое плечо. Будьте счастливы, красивы и любимы. Разве нужно что-нибудь еще?